Взрослые и дети, мамочки с колясками и молодежь, мусульмане и представители других религий. Казалось, весь город в этот вечер собрался на Соколовой горе. 5 июня здесь, в Парке Победы, прошло уникальное мероприятие «Ураза-байрам для всех». Масштабный праздник при поддержке друзей и спонсоров организовало Духовное управление мусульман Саратовской области. У нас закончился месяц Рамадан, месяц послания Корана, месяц уразы. Поэтому мы хотели бы показать все самое лучшее, ну, что мы можем демонстрировать, показывать. Это гостеприимство, это национальная кухня. Вот. То есть через общение, через культуру, чтобы мы стали, ну, чуточку, может быть, даже веселее. Спеша на праздник, гости сперва попадали в детскую зону. Здесь было все, что нужно малышам для счастья. Песни и танцы, надувные горки и шоу мыльных пузырей, ростовые куклы и акробаты на ходулях. Чуть дальше расположился в Ванде Рамадан-базар – ярмарка изделий ручной работы. Здесь местные мастерицы представили свои хендмейд-труды. Удивительные украшения, тончайшие шелковые платки, а также сундучки и шкатулки для девичьих секретов на любой вкус и кошелек. А совсем рядом у летней сцены выступали творческие и национальные коллективы. Народные песни и танцы собрали вокруг зрителей. Но больше всего завораживает своей красотой и изяществом, конечно же, лезгинка. Отвести глаз невозможно, но по национальной деревне уже плывет аромат свежеприготовленного плова. Шеф-повара не раскрывают секретов, но плов настолько вкусный, что за угощением быстро выстраиваются очереди из взрослых. А дети тем временем спешат на главную улицу комплекса. Здесь Белая долина раздает пломбир в вафельных стаканчиках. Всего в этот день для саратовцев и гостей города было приготовлено 10 тысяч бесплатных порций плова и 5 тысяч порций мороженого. Организаторы объясняют, проведение таких мероприятий требует множества сил и времени, но это приятные хлопоты. Вот уже 8 лет я руковожу этим проектом, именно 8 лет в этой деревне национальной. Когда есть такая прекрасная площадка, когда есть единомышленники, которые готовы поддержать, когда и смотришь то, что уже столько лет получается неплохо, и приятно делать это все. Но праздник – это не только угощение. Здесь еще есть и спортивная зона. У подножья местной девичьей башни мужчины с удовольствием показывают свою силу и выносливость. В общем, каждый, кто пришел в этот вечер на Соколовую гору, смог найти себе занятие по душе. Очень классно, весело и вкусно, конечно же. Ну, нам понравилось. Хорошее, очень даже и плохое. Понравилось то, что дружный. Альхамдулиллях, мусульмане. Больше всего нравится то, что проводят такой праздник, объединяют всех мусульман, как бы чувствуется какая-то общность. Видно единство народа, действительно, бескорыстность национальности. Такая атмосфера праздничная, все такие добрые. Мне кажется, сам воздух прям такой вот насыщен, вот то, что вот у людей вот вера, наверное, все искрепляют, все дружные. Все хорошо, альхамдулиллях, все отлично. Побольше таких мероприятий, потому что оно на самом деле сплощает. Концерт, ну, народу много, организации хорошие. И что вот впечатляет, что все народы участвуют. Очень хорошее, прекрасное. Побольше бы таких. Что больше всего понравилось? А детям нравится, что много людей, и им не скучно гулять. Вот это понравилось, весело в парке стало. Больше всего танцы, чеченские танцы. Плов шикарный, настоящий, даже с барбарисом, мясо вкусное. Мне понравилось то, что бесплатно раздавали мороженое, плов. Весело и детям поиграть, повеселиться. Представители разных культур здесь, это тоже важно. Дружба народов укрепляется. А тебе что больше всего понравилось? Нарожка. А кульминацией народных гуляний стало выступление известных российских исполнителей нашидов Хадиса Сабиева и Заура Салихова. Зрелищные выступления, множество развлечений, угощений и гостеприимства. Вот, пожалуй, главные составляющие идеального праздника. И это все было на Соколовой горе. Городской праздник Ураза-байрам давно стал символом единения народов, где разные люди знакомятся и познают традиции друг друга.
Такие народные гуляния за много лет полюбились не только жителям Саратовской области. Каждый год на праздник приезжают гости из других российских регионов. А завершается торжество, по доброй традиции, грандиозным салютом.